Щенята и качели. Так, что бы мне сегодня поделать? Ой, ой-ой-ой, а ты кто? Привет, я Шарик, давай дружить. Давай, меня зовут Кузя. Ой, ой, ша, ой-ой-ой, ай-яй-яй, что с тобой? Да что, ничего со мной такого не было. Это тебе показалось? А, ну раз показалось, то ладно, пошли. Па-пара-пара-пара-па-па-па-пам. А я спрашиваю чисто из любопытства, а сколько тебе лет? Мне 8 месяцев. Так мало? А тебе-то самому сколько? Где-то месяца 3 или 4 или 5. Ну, скорее всего, 5. А, ну ясно. Ой, а что там сзади? Там сзади что-то есть? О, качели. Давай качаться. Ой, а палка крепкая? Сейчас я проверю. Нет, лучше я. А хотя, зачем вообще проверять надо? Все, запрыгиваем и качаемся. Да, скорее! Уи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Она сломалась! Ой, все-таки, наверное, надо было проверить. Да. Ой-ой-ой, ты прав. Лучше было бы проверить. Но ладно, пойдем дальше. Нет, нужно как-нибудь починить эту качелю, чтобы другие щенки... Какие другие щенки? Я в этом городе никаких других щенков не знаю. Да я тоже, я имею в виду любых других щенков, которые тоже хотят качаться на качеле. И мы должны принести сюда очень крепкую палку, чтобы они, как мы, не свалились. Но лучше бы, чтобы они проверяли безопасность того, на чем играют. Да. Я первый принес. Нет, я первый принес. Выберу, какую крепче и поставим. Давай качаться. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Все нормально. Ой. А, что происходит? Что с нами? Ой, кажется, мы волшебные. А, не может быть. И что нам делать? Давай поищем то, от чего мы стали волшебными. Ты же раньше не был волшебным, я вот нет. Я тоже. Ну, ладно, пойдем поищем то, от чего мы стали такие волшебные. Да, идем. Все, продолжение будет в следующей серии. Всем пока-пока.